Летом арбузная мякоть помогает справиться с жарой, но арбузные корки тоже очень вкусные. Сегодня мы научим вас готовить простое блюдо из них. Для него вам понадобится арбузная корка, кустарниковый перец, кинза, чеснок, уксус, желтодревесник и кунжутное масло. Чистим арбузные корки, нарезаем на маленькие кусочки, добавляем соль и маринуем 10 минут. Затем промываем в воде, промакиваем бумажным полотенцем, посыпаем кустарниковым перцем, измельченным чесноком, поливаем бальзамическим уксусом. Затем нагреваем масло на сковороде, обжариваем в нем желтодревесник и поливаем этим маслом кусочки арбузной корки.